Очень даже выпрыгивал на Клайберна. Вот просто с моей точки, где я сижу, как-то это позиция разыгрывающего наверху. Через Антонова. И посмотрите, под кольцом бросит мяч на Андо. До него передачи доходит только сейчас и моментально. О-о-о. Забирает Курбанов подбор. Декало Антонову там не стало давать. Издали решил пробить Декало. Выйдет на площадку Серхио Родригес. Интересно, кого он поменяет? Антонова, который вроде бы немножечко не справляется. Ну вот здесь вот. Антонов был сегодня горяч, был сегодня полноценно в игре. Вышел Кайл Хайнц вместо Антела Хантера. Также высокий и много чего умеющий Анте Томич заставляет понервничать. Отвечает. А в целом берегут себя армейцы. Оу, Декало! Вот это была месть. Декало со всем защитником. Ой, Эртель бросал издали. И вот теперь у Декало получилось запустить Хиггинса. Быстрый отрыв. Абсолютно такой спокойный, выверенный бросок. Не смотрит на кольцо Антонов, избавляется от мяча. Оу. Довольно много свободы армейцы, особенно вот в раннем нападении. Может быть, где-то еще не успевают разобраться. Оу, Семен Антонов! Эртель! Здесь Семен Антонов надежно забирает мяч. Быстрая атака у ЦСКА, 3 в 1. Декало Клайбер! Мало забивает Барса издали. Вот это вот... Был такой бросок. Очень ценный и хороший. Кайл Хайнц. Эртель говорит, ну вы что, меня так больно ударили. Просто Хайнц очень большой. Декало. Барселоны все время находится достойный ответ. Да? Нельзя с ней расслабляться. Декало пошел под кольцо обострять против маленького. Но его там выталкивали за лицевую. Продолжает Декало спиной, пытается обыграть. На каждый, на подбор в нападении сейчас был такой эмоциональный всплеск. Это очень приятно. 10 тысяч человек здесь, как минимум, хорошо разбирающихся. Тель, Серафин, Сандерс и Мормен. У армейцев Декало, Хиггинс, Клайберн, Родригес. Декало против Эртеля. Кончается время на атаку. Ой, еще одна передача. Не глядя.